Уникальное выставочное пространство под названием «Наследие эпохи» открылось в Доме музея Ленина. Экспозиция зала стала настоящим музеем в музее. Подлинные фото, документы и информационные материалы. Экспонаты рассказывают о долгом пути здания, от жилой усадьбы на улице Московской до первого в мире Ленинского музея. Сотрудники мемориального комплекса совместно с коллегами из областного архива успели открыть экспозицию специально к юбилею. Уже в декабре Дому Ленина исполнится 95 лет. Мы представили широко фотографии. Фотографии, опять же, из семейного архива Виктора Дмитриевича Ульянова. Здесь, как я уже говорила, книги, написанные и подписанные Ольгой Дмитриевной, переданы в наши фонды, в нашей библиотеке, Марии Викторовной. И, конечно, я считаю, очень ценные экспонаты – это фотографии. Торжественное открытие «Наследия эпохи» состоялось в минувшую пятницу. Новый зал посетили не только взрослые, но и юные ульяновцы, интересующиеся историей родного края. Мне в этом музее больше всего понравилось вот эти вот старинные все вещи, то, что... Все это сохранилось, и это для меня тоже важная память. Я сюда могу ходить просто каждый день, наслаждаться этими картинами. С открытия нового выставочного пространства и презентацией экспозиции в историческом центре стартовали праздничные мероприятия, посвященные грядущему дню рождения заповедника. До 17 декабря ульяновцы смогут прикоснуться к редким историческим экспонатам и расширить свой кругозор, посетив наследие эпохи. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.